Я уже, ребята, рассказывал в ТикТоке, повторю здесь на YouTube канале на своем, как можно с Шарджи добраться до Дубая бесплатно. Здесь на пляже Хайхам Бич пляж бесплатный, как тут возят. Ходит девушка, женщина и предлагает съездить в Дубай. Шубы, кожу. Если вы соглашаетесь, за вами приезжает в вами назначенное время автомобиль, хороший автомобиль, и вас индивидуально 2, 3, 4, 5 человек, сколько у вас там есть, завозят в эти шубы прямо к магазину. Вы ходите по этим шубам, смотрите, прицениваетесь, можно что-то купить, можно что-то не покупать. Мы ничего не покупали, мы заехали, погуляли по магазину, пофоткались, поснимали. Вещи не дешевые, натуральные, хорошие вещи. Ну, дешевле, чем в Москве. Те же норки, те же там каракули, ламы, шубы из альпак. То есть, ну, такие вещи прикольные есть. В общем, мы туда вышли, нас спросили, куда вы пойдете далее. Мы сказали, что гулять. И пошли. Пошли мы. Это было недалеко от района Дейра в Дубаях. Дейра в Дубаях — это один из дешевых районов, в котором, ну, можно все купить недорого, то есть в пределах разумного. Цены на все. Даже айфоны недорогие. Что еще? То есть, в общем, добрались мы до Дубая бесплатно. Такси стоит 115 дирхам. Это 36 дирхам, 10 долларов. То есть, в общем, можно посчитать, сколько это будет. Курс 1 доллар, 3,6 дирхам. Обратно мы уже устали, топтались. Мы были на Бурдж-Халифе, топтались, понатирали мозоли. И здесь еще немаловажная вещь, лайфхак такой, или как его хотите называйте. Это обувь. Очень удобная, надо обувь. Я понатирал мозоли, пипец какие. Хотя у меня кроссовки и удобные, и все равно стелька заложилась, это как-то не заметил. Ходишь много, больше 25 тысяч шагов проходили. Это очень интересно, стоит того. Обратно уехали на такси, заплатили 115 дирхам и приехали прямо к отелю. Пересечение границы, тут как граница, то есть Эмирата, Дубая, Эмирата Шарджи. 20 дирхам сразу списывается, то есть автоматически такси по месту недорогие, можно кататься. Как можно еще сделать, добраться? Есть автобус Шарджи, входит 303 автобус, добраться до него тоже не проблема, даже можно тоже такси, 10 дирхам стоит, в зависимости в среднем, где находится отель. Добираетесь, садитесь на автобус, покупаете серую карточку, я там всегда показывал, такая она везде продается, пополняете ее, ну, когда вы ее купите, 25 дирхам она стоит, 19 на карте остается, 5 дирхам доехать до метро. В метро, в зависимости от остановок, везде надо прилаживать карту, заходишь, приложил карту, выходишь, приложил карту, то есть так не получится, если ты не положил, когда при выходе, у тебя спишутся все деньги. Так что путешествуйте. Можно добраться очень дешево в Дубае.